Привет, зритель. У кого чего? У меня тут елочка. Чтоб ты понял всю ее красоту, я сейчас пока тут свет выключу, в смысле, у нее эту мигалку. На сегодня у меня стоит на полу. Я тут практически трое суток с лишним убираюсь. У меня даже новые занавески случились на кухне. А ранний новогодний подарок. Я тут постирала всякие насидушки на эту самую, на тубареточки и прочее. Занавесочки, тюлечки. Повесила их даже, она, кстати, влажненькая еще. Как бы это... Ну, как-то, в общем, вот, елочка. Без четырех лапок, две, одни большие и две не очень большие. Но они, видать, уже это от старости отвалились. Я сначала подумала, ой, блин, придется мне на елку покупать. А потом, ну, май, ничего, она вроде еще как бы живая. Ну, в смысле, искусственная. Ну, короче, зритель, коротенький такой маленький ролик. Я потом постараюсь все это, там, все, что у меня там, почти все, кроме блендеров, смонтировать. А блендеры, наверное, уже после Нового года. И выложить до Нового года. Пока, тебе, зритель.